Нет. Сегодня я буду эгоистом. Одной из самых любимых моих групп Skunk and Nancy исполняется 25 лет. Помните эту красивую девушку, солистку группы Skunk and Nancy? Какой у нее голос шикарный. Итак, группе Skunk and Nancy 25 лет. Они решили юбилейный концерт дать. Так, где же пройдет юбилейный концерт группы Skunk and Nancy? Или Воронеж область. Россия. Может быть... Департаменту де Цезар. Колумбия. Или... Эшчен. Лихтенштейн. А может... Провинция Изабель. Соломоновы острова. Так, ну где же пройдет юбилейный концерт группы Skunk and Nancy? Да, кто же нам сегодня поможет? Ну, конечно же, Герминатор. Да, конечно же, я помогу. Я обязательно найду место, где Skunk and Nancy будет проводить свой концерт. Я обязательно проверю, чтоб там не было никаких крыс и других насекомых. Ну что, я пошел разбираться, а вы... Так, сколько у нас? 25 лет, 2 плюс 5, седьмую песню. Послушайте. Куда же паровозик этот нас отвезет? В Воронеже. Россия. Танкс. Так, ну, Аджей, что там видишь? Ну, посмотри, что там видишь? Я вижу... Город. Город. Улицу. Которая шагает кот Леопольд и мыши. А троллейбус и автобус... Квакнула лягушка. Все обходят только сзади, милая подружка. Да, только сзади. Спереди нельзя, а то тебя собьет и превратишься в кляксу. Так что... Белый, не шагай. Да. Троллейбус у нас зеленый. И я зеленый, и Верн зеленый. И я зеленый. Поищем зеленый цвет в флагах. Изабель Прубис. Первый балл. Воронеж. Второй балл. Департамент де Цезар. Первый балл. Ярваш. Мальчишки, девчонки. А также их родители. Веселые истории. Увидеть не хотите ли. Так, веселые истории в журнал покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. Сегодня будут веселые истории про Банду По и ее великой пятеркой. Короче, про Азию. И выучил кунг-фу. Да. Секрица, богомол, журавль, гадюка и обезьяна защищают долину мира. Мастер Шифу помог банде стать настоящим воином кунг-фу. Волки Павлина Шеня хотели ограбить долину музыкантов. Так что самое лучшее место для концерта это для музыкантов – это сама долина музыкантов. Так, посмотрим, есть у нас Азия. Нет у нас тут Азии. Да? Ну ладно, тогда все. Дружок и Гена.
Так, ну, Геныч, а ты кого там видишь? Я вижу Трубадура и его компанию, которые только сбежали из дворца королева. Короля. О, это бременские музыканты, они наверняка знают подсказку. Лихтенштейн. Лихтенштейн. Первый бал. Он хотя умел говорить Эшчен. Ну ладно. Эшчен, Лихтенштейн. Так. Волк и заяц. Ну? Ну, заяц, наконец-то я тебя нашел. Пацан, Фомен, погоди, тебя не было. Мой хороший зайчонок. А я знаю, что надо делать. Сначала волку научиться уроки вежливости. Да, докажите мне этого, уроки вежливости. Что меня предлагаете мне, первое? Компот, дай мне жабу, пожалуйста. Пожалуйста. А ты, кожик, открой, пожалуйста, дверь. Пожалуйста. Ну так я же открывал с розами в 14-м выпуске, голодня. Ах так, волк, ты не освободишь стану для скунка Нэнси? Тогда мы тебя будем лечить. Нет, не хочу лечиться. Я не хочу вспоминать иголки за свой выпуск. Что, прогнали волка? И освободили концертный зал в Цезаря. Да, Колумбия. Третий бал. Смурфик и Гаргамель. Где моя машина? Ремонтируется у Степы. Я тебе разрешение брать мою красную машину. Нет, Степа сам брал. Если еще раз возьмешь мою машину без спроса, мою красненькую, красивенькую, не знаю, что с тобой сделаю. А вы поищите красный цвет. Как вы, машинка. Воронеж. Второй бал. Ага. Так. Голбол. О! На смурфа похож. Я не смурфик, я объект, из объектной федерации я. Но только я изменился немножко, у меня волосы выросли. Скоро парикмахерскую иду. Я тоже мечтал о волосах, кудряшках. Не получилось. О, это скунка Нэнси. Сейчас помогу их. Игрушечки. Вертолет! О, летит в Воронеже. Третий бал. Цыпленок. Эльф. Так. Ручечка. Так. Ну, а ты какой текст нам напишешь? Я напишу текст про сороку. Белобобку, которая дает каши сорокам. Сорока-ворона кашку варила, веток кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Вот. Потому что он не любил песни группы Skunk Anansie. И поэтому их каши не дал. О, может, кнопочки Вуди. Что тут делает хорошего? Да,
предлагаю вам сделать зарядку. Ножками потопали, топ-топ-топ. Ручками похлопали, хлоп-хлоп-хлоп. Сели, встали, снова сели, а потом всю кашу съели. А то дорога у вас длинная, скункаданчи, надо... хорошо покушать и отправляться в Цезаря. Да, в Колумбию, Тетимау. О, кнопочка. Перед тем, как вам дальний путь в Колумбии, вам надо срочно мыться в Мойдадыра. Да, помыться. Выгрязнули. А потом мы сделаем фотосессию, так сказать, сделаем плакатики, и я помогу их прикрепить к стенам. Да. О, окей, хорошая идея, ладненько. Ладненько. Афиша, это же круто. Так. Текст. Ну, пока я насекомых не видел. Как не видел? Только что Леопольд с мышами были. Да? Просмотрел. О, я нашел еще одного. Какой-то лисенка, который и несет хворост. Несет лисичка по мосту, несет вязанку хворосту. Зачем ей хворост печь топить? Зачем ей печь обед варить? Зачем обед гостей? А гости кто? Медведь женой даёт, да кот, да мы с тобой. Ага. И куда нас приглашают гости? В Колумбии. Четвёртый бал. Колумбия. Ну, окей, что ты теперь там видишь? Я теперь вижу... какую-то девочку Машу и предлагает нам выучить азбуку с ней. Какие там буквы? По-моему, да. Русский алфавит, верно? Ну, попробуем. Попробуем, справимся ли мы. Цыпленок. Цыпленочек. Вкусненький во фритюрчике. Волк. Волков нам не надо. Ини. Там замерзнем. Эскимо. Ням-ням, эскимо. В Лихтенштейне. А, второй балл. О, посмотрите. Арджай Варн такой, слушай. Ничего, мой родственник Винсент их проучит. Такс. Мальчишки, девчонки. А также их родители. Слышали, слышали. Дайте еще на киножурнал нам. Ну, тогда в этом киножурнале будут истории про космических объектов. Привет, малыш. Послушайте стихи и веселые рифмы про космоса. Дарит нам с тобой Земля, леса и горы и моря. Много в космосе планет, но другой похожий нет. В нашей солнечной системе 8 движется планет. Долететь, чтоб к самой дальней, нужно много-много лет. Стремится в небеса ракета. Летит она к другим планетам. Так что, все. А вы ищите звезды. Флага. Так. Звезды. Нету звезд. Никаких звезд. А, утащили вербинатора. Не вербинатора, да. А смурфа с Гаргамелем. Стащили. Так. О. Так, ну. А ты что видишь? Я вижу Европу, всю Европу вижу. Я даже вижу Испанию, танцовщиц, Фламенко. И даже дети кидаются помидорами друг к другу. То есть праздник Табатина в Испании.
Не только дружок вижу, даже мельницев вижу в Голландии. И много-много тюльпанов. И даже я Францию вижу, дружок. Нотр-Дам-де-Пари вижу. И даже модниц вижу. Розе нравятся такие моды. Так что отправляйтесь с Кункененси в европейских странах. Так. Россия, Воронеж. Так, 4-й балл. Лихтенштейн, 3-й балл. Так. Ну? Ну, Зольц, опять я тебя схватил. О, привет, кошара. Скажите, дорогой мой, где путь? Я скажу, волк, хотя ты меня за шею дергал в 3-м выпуске, когда ты у меня сигарету отобрал. Ну извини, кошара, я не хотел, просто сигарет у меня не было, вот. Ну, тогда для Скукенанси я предлагаю им... Отправим их. Там, где замки. Там, где много замков. Где же много замков у нас тут? В России. Наверняка Россия, 5-й балл. Так. Я вижу какие-то музыкальных инструментов. Надо звать своих друзей на помощь. Чтоб сочинили для Скунка Энси. Да, вот я, например, могу играть на кларнете. А ручка пусть играть на саксофоне будет. Как я буду на саксофоне, если у меня рук нет, я держать не смогу его. Ну, тогда Вуди будет играть... Деревянные барабаны. Деревянные барабаны будет стучать. Ну и, конечно же, кнопочка, она будет... нажимать на клавиши. То есть у пианино. Ну что, послушаем? О, что это? Граждане объектной федерации, вам еще долго и упорно надо тренироваться. А то анонсер вас исключат. О. Ну, кого ты сейчас увидел? Я вижу какого-то непонятного зверя. Давай спросим, кто он? Я Арджей. Я Верн. Ну что, Верн, возьмем друзья этого розового? Возьмем, Верн. Если в флагах будет хоть что-то розовое. Давай посмотрим. Если в флагах что-то розовое. О, Колумбия, 4-й балл. Повезло тебе, Лунчик. Мы нашли розовое. Иди к нам, будем вместе добывать еду. Так, ну, ты сделал самолетик? Сделал, вот. Самолет построим сами, понесемся над лесами, а потом вернемся к Воронеже. Ну вот, наконец-то будет хоть чем-то помочь моей любимой группе Skunk Anansie. Летите в Воронеж, самолет готов, 6-й балл. О. А ты иди учи
тело человека! Чтоб глаз у тебя были нормальные, чтоб зубы чистенькие были, и чтоб волосы появились, когда вы снимете шапки ваши. Так. О, я вижу цветочек. Аленький. Но я носом чую, меня ждут тут неприятности. Алло, провалю я чудово! Я уже говорил, а ты еще хуже, чем Винсент. Да, фу. Да. Так, мальчишки, девчонки, опять? Дайте еще один киножурнал. А, ну тогда этот киножурнал будет про тело человека. Будем изучать части тела. Чтобы музыканты могли хорошо петь, им нужен абсолютный слух. С помощью ушами. О, у них должны быть очень чистыми легкие. Чтобы дышать хорошо им. Да, и петь. Они должны петь всем своим ртом. Да. Хорошо открывать и сердцем. Сердце бьется сильно. Так как это делает группа Skunk Energy и ее солистка. Ой, спасибо. Да пожалуйста, покупайте журнал Ералаш. И смотрите. Так. Что там опять увидел? В этот раз я увидел книжечный магазин, там виднеется азбука. Ага, тебе придется, дружок, учить буквы. Ладно, Геныч, выучу. Называй первую букву. Индюк. Так. Экскаватор. Виттенштейн. Ой, не та буква, извините. Сейчас. Цапля. Цапля. Ворона. Почти как ворона. Ворона, Воронеж. Ладно, 7-й балл получает Воронеж. Заяц. Ой, я сейчас голодный сейчас. Заяц, ты мне принес оладушек кушать. Я не красная шапочка. Все равно, дай мне оладушки, иначе крышка будет. Ладно, пошли к бабушке моей. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что ели кашку, что пили брашку? Кашку пили. Иди вон, заяц, брашку пьем и кушать кашу будем. Так. Афишу мы уже прикрепили. Нужно найти главного эксперта. Кто же пойдет за ним? Я уже только что был у эксперта. Я вызвала их эксперта. Да? О, ну круто, ну спасибо. Так. Кто же у нас эксперт? О, леший. Эх, красотка, мне нравится твоя прическа. Я помогу вам. Я отправлю вас в Цезаря Колумбии. Там музыкальные люди живут, даже оперу поют. Это то самое место, где группа Skunk Energy провести юбилейный концерт. Итак, юбилейный концерт пройдет в департаменту Дельцеса.
покупайте билеты. Юбилейный концерт только один.